Ребятушки, блогеры и журналисты, и просто те, кто имеет дело с записью, петличками, микрофонами, озвучкой и прочими звукозаписывающими делами. Давно искал что-то подобное для своего рекордера Zoom H1N, но в официальном магазине ничего такого нет. А может, я просто плохо искал, поправьте, если это не так. Часто для записи интервью или влога, где-то на природе, например, приходится писать на рекордер через петлю. Но не всегда имеются свободные карманы, чтобы засунуть туда рекордер, а держать его в руках тоже не всегда получается. Все зависит от действий героя в кадре, иногда его руки должны быть свободны. Я хотел сам сделать что-то похожее и даже заказал другу, который занимается изготовлением изделий из кожи, но наткнулся на Алике на такие вот чехлы для ножей. Ну, они подходят для фонариков, там для рации есть разные варианты. Я прикинул размер и подобрал чехол на мой рекордер. Как видите, он идеально входит сюда, как будто шит прямо под него. Отверстие гнезда микрофона под петличку, чуть-чуть ниже ткани, но это не так страшно, можно здесь в принципе вообще сделать отверстие при желании, ну и так хорошо. А можно использовать такие вот угловые переходники, которые продаются тоже на AliExpress в большом ассортименте. С ним будет удобнее, потому что он будет загибаться наверх и не торчать в сторону, поэтому как вариант его можно тоже использовать. Чехол можно крепить на ремень или на лямки. Как видите, здесь есть двойное крепление, что очень удобно. По качеству все отлично прошито, ткань плотная, нитки нигде не торчат. В общем, вот рекомендую, возьмите на заметку те, кто занимается записью и кому некуда положить рекордер. Очень удобный чехол. Можете заказать здесь же, ссылку я оставлю в описании. Можете найти что-то более подходящее, может быть что-то интереснее даже. Не забывайте подписываться, ставить лайки, пишите комментарии, если что-то можете добавить по этой теме. Буду очень рад. Всех благ, всем пока!